Приветствую, друзья! С вами вновь русский видеообзор. Я его ведущий Расул Жалалов. Нахожусь вот в таком месте. Называется Clara Borton Service. Вот. Слева находится 95-я дорога, которая направляется из американо-канадской границы в городе Кент до самого конца штата Флорида, до южного конца штата Флориды. Вот это вот дорога 95-я. И здесь вот такая вот плаза Clara Borton. На 5 минут остановился здесь, штат Нью-Джерси, направляюсь в город, точнее не город, направляюсь в Сигмундс дом. Это место находится в штате Северная Каролина, еще сколько, где-то 680 миль мне надо ехать. Сейчас здесь остановился, чтобы купить кофе. И вот здесь вот удивительная вещь. Вот эти красные столбики, видите, да? С решетчатой структурой наверху. Вот я давно планирую сделать ролики насчет таких устройств, которых я замечаю в последнее время очень много. Такие устройства, такие сооружения, я думаю, что это не для красоты. Первый момент. А второй момент – это чтобы генерировать воздушный электрический ток. Вот так вот. Прямо и открытым текстом я вам говорю и утверждаю это. Вон на той стороне тоже есть такая же плаза и такие же красные столбы с такими конструкциями, решетчатыми конструкциями наверху этих столбов имеются. Я этой темой увлекся еще где-то полгода назад, выкладывал один ролик насчет одного чувака, который собрал устройство, где из ничего это устройство генерировало электрический ток и зажигалась лампа. Но были неприятные комментарии, неприятные отзывы, потому я потом закрыл тот ролик. Но после того, как я побывал в Диснейленде этой весной, там таких конструкций, разные модификации полным-полно, очень много. И давно вот собираю материал насчет таких устройств, чтобы выпустить ролик, что во многих местах люди свободно пользуются свободным электрическим током. Вот, например, вот здесь тоже. Видите, вот такое решетчатое. Я не думаю, что это для красоты. Это был такой анонс. Я сейчас зайду вовнутрь, куплю кофе и продолжу путь на юг в этом направлении. Еду на юг. Еду на Сигмундс дом. Это горная вершина. Высота горной вершины 2100 метров над уровнем моря. Там есть смотровая площадка. И вот с этой смотровой площадки хочу снять восход и закат солнца. Завтра, послезавтра обещают солнечную погоду на ясное небо. Будем надеяться, что через 600 миль
эти облака растают. А сейчас у нас тут здесь такая облачность. Значит, это была такая пятиминутка. Всем пока, всем удачи, до скорых встреч. Я нахожусь вот здесь и зайду туда. До свидания, до новых встреч.